привет всем. Записываю видео на ходу, потому что времени будет немного у меня на берегу. Еду на рыбалку, открываю сегодня сезон жидкой воды, тащу лодку за собой. Не знаю, там видно, не видно прицеп. Еду на дамбу, на южную сторону, на морскую сторону. Вот. Ловить корюшку. Открываю корюшку, что-то долго ждал. По льду практически не ходил. Зимой вообще рыбалок очень было мало. Не знаю, по-моему, 4, по-моему, с Нового года. С января. У меня, по-моему, было всего 4 рыбалки по льду. Там пару раз ездил за окунем и пару раз ездил за форелью. Может быть, 3 раза за форелью. Итак, Финский залив, корюшка, лодка. Так что, кому интересно, все секреты, как обычно, расскажу, что, куда, зачем, как. В общем-то, все как Павлик Морозов, все выложу. Так что, поехали. Кому интересно, смотрите. На место я встал где-то уже часов 8 было, довольно-таки поздно. И вообще я приехал один из последних. Народу тьма, ну реально для буднего дня, ну я бы сказал, что очень много. В общем-то, выходной, наверное, столько людей, как в будни сейчас. Рыбу клевать стало буквально с первой минуты. Правда, до того, как встать на точку, я сделал пару кружков по старым, так скажем, своим точкам, которые визуально помнил. Потому что в этот эхолот у меня точки не занесены. Старый эхолот я продал, точки не перенес. В общем-то, нашел подходящее для себя место по эхолоту, где видно была рыба. Ну и там и встал. Ну что, клев продолжается. Так, потихоньку. Без фанатизма. Не жадно, скажем так, сама не садится. Хотя бывает садится, но не жадно, в общем. Нету прям огромного количества. Такие небольшие стайки, видно, бегают. Ну, пошевелю, сразу поклевка. Мимо. Шевелить обязательно. Если волны нету, обычно бывает волна и шевелит и так нормально. А сейчас довольно-таки тихо. Пришел лед, все разбежались. Лед гонит, ветер тоже немножко крутит, с разных сторон дует. Вот пришел лед сейчас. Что, корюшка есть?
курюшка есть. Плохо сейчас будет доночникам, кто с берега сидит, так как сейчас к ним в берег упрется лед, и они уже не смогут ничего нормально сделать. А доночников там очень много, прям берег занят. Ах ты ж. Какая бодрая поклевка. И нифига. Я, в общем, сижу на том же месте, просто перевернулся на другую сторону, потому что там в лицо шел лед, надо было закидывать, чтобы место было пустое. Да что ж такое-то? Дергается, а подсекаться. О, есть. Хороший размер, прям такой, то что надо, вот прям не больше, не меньше. Хотя я люблю мелких, они так жарятся получше, прожариваются, скажем. Все, лед прошел, все, пустота осталась теперь. Со льдом пришла и корь. Были какие-то паузы у меня невнятные, минут на 15. Еле-еле клевало. Сейчас опять начало бодро. На вторую тоже уже там. Сошла прям в лодке. Дуплет, что ли, пока как бы с удочкой возился. О, не, кабанчик маленький, мамзель.
уже в который раз какие-то водоросли подсаживаются на крючок нижний. Что-то раньше я такого здесь не замечал. Было довольно-таки чистое дно, прям, ну, глина сплошная. А сейчас уже в который раз какая-то трава, причем зеленая. Ловлю, как всегда, я на кусочки карася вот такого размера. По-моему, в прошлом году или позапрошлом, уже не помню, я делал видео, показывал даже, как я его нарезаю. Есть очень такой простой и очень при этом хороший способ нарезать карася правильно. Где-то я показывал, в прошлом или позапрошлом, не помню, году. В принципе, я думаю, что любая рыба подойдет, но карась просто хорош тем, что он довольно-таки крепко держится на крючке. Например, та же корюшка, она, ну, крайне нежная, сваливается сразу, размывается карась, и запах долго держит, и с крючка не сваливается. Только главное, чтобы шкурку его зацепить. Не просто мясо, а именно со шкуркой. Неплохо, в общем-то. Неплохо уже.
Ну что, время час. Где-то после 12 клев очень сильно испортился. Сейчас даже уже не час, а 10-15 минут второго. Вот где-то после 12 прям вообще стало все очень паршиво. В час по чайной ложке буквально. Да и поклевки какие-то отвратительные. Рыба явно стала капризничать. Хотя так смотрю, у кого-то подергивает, у кого-то... Ну, тоже так же набегами, наверное. Может быть, у меня здесь отошло от места. В общем, может быть, нужно было в 12 сразу переходить на другое какое-нибудь место искать. Не сидеть, не выжидать. Сначала даже показалось, что рыба сместилась выше, где-то метр на полтора. Что поклевки пошли именно на подъеме, на верхние крючки. И даже когда поднимаешь вверх. Но буквально там 2-3 рыбки так поймал сверху, и все, и опять пауза. Сейчас опять в нижнем горизонте, так скажем, до полуметра одна. Погода, конечно, чудесная. Солнце вышло. Стайка подошла, опять поклевывать начинает. Ну, стайка как стайка там. Судя по всему, это на эхолоте практически не видно ничего. То есть это единичные такие прям стайки. Пару штучек. Когда утром я еще шел здесь, смотрел место, там прям видел, стаи мощные были. Но они, правда, быстро куда-то прошли, то есть не стояла на месте. Стая эта большая, потому что я сделал здесь круг по месту, и стаи уже как таковой не было на месте, где я видел. Ну, остатки стаи, скажем так, были уже. Опять увесистая, походу. Ага, опять пожа. Мне показалось, что сошло сначала, но тяжесть была, видать. Она сошла, и подбагрил ее блесенкой. Глубина у меня здесь 12 метров, даже 12,5. Солнце припекает, спать охота сразу. Немножко еще так покачивает на волнах, приятно. Клёва нет, прям глаза сами закрываются. И еще сидишь, когда удобно. Я попозже покажу новое кресло свое. Я думаю, что это, наверное, лучшее или одно из лучших решений, которое я нашел вообще. Ну, вот конкретно для лодки или для рыбы даже. То есть там специальный стул, скажем так, на который устанавливается кресло. Я, скорее всего, даже отдельно сделаю видео по этому, так скажем, решению, этому стулу. Реально, наверное, лучший вариант, что вообще есть сейчас на рынке. И стоит копейки. Очень удобное кресло.
Ну что же, давайте подведем итог. Значит, в 1:30 у меня села камера, пауэрбанк точнее, и все, камера вырубилась. Я это то ли забыл, то ли я что-то не помню, когда я позаряжал, что-то думал, что он заряжен. Или накрылся уже пауэрбанк, надо новый покупать, тоже такое бывает. Значит, была большая пауза, где-то с часу до двух, наверное, вот в этом примерно. Причем настолько большая, ну там несколько штук было поймано, что даже думал уже место менять. Но правильно, что сделал, не поменял. Потому что в два начало просто как из пулемета. Я, наверное, часа... А, нифига себе, уже 5:30. Ну, я сейчас уже час собирался пока туда-сюда. Короче, клев был такой мощный, что, наверное, я за час где-то утроил результат в итоге. Переборщил даже я с выловом. Ну да ладно. Времена нынче тяжелые. Съем все. В общем, нормально половил. И мне кажется, ну, без рыбы никто не уехал сегодня. Рыбы реально много. Плюс-минус у кого-то. Я думаю так. Вот. Так что рыба есть. Стоял на 12 метрах. Буквально там 200, не знаю, 250-300 максимум метров от дамбы. Ну, я часто в этом месте стою, примерно там плюс-минус. Где по эхолоту посмотрел, кучки побольше рыбы, там встал. И весь день отстоял на этом месте. Так что офигенно. Ну, фотку выложу я, если не забуду, с ведерком рыбки. Рыбы, в общем, да, рыбы хорошо. Наверное, зажарю часть. Две части, наверное. Я обычно ну, раскидываю там по штучек 40 на жареху. То есть за один раз я там штучек 40 жарю. А остальные, хер знает, даже остальных много. Может еще по. В общем, часть зажарю, часть попробую завялить в соли полностью. У меня сейчас клещи как раз должны вот-вот. Может быть, уже даже часть завялилась, верхние поменьше, которые уже давно уже лежат у меня. Так что попробую корюшку завялить в том с пивком. Офигенно. Так что вот, кстати, люди, которые оставляют машины прямо на берегу. Я не знаю, видно, не видно. Ну, то есть, вот вы выкинули лодку и прямо вот так вот оставили. Ну, во-первых, как минимум вы будете мешать другим, кто здесь как бы залазит в воду. Особенно сейчас, пока еще на берегу много льда. И очень мало мест подъехать куда. Так что думайте о других. А второй момент. Ну, в прошлом году точно я помню, что ходили здесь или ездили полицаи и штрафовали. То есть тех, кто оставлял машину именно так вот на берегу. Не там на дороге, а на берегу. В общем, ждал сюрприз. Так что не оставляйте машины здесь. Закатывайте обратно все наверх. Ну и постарайтесь тоже там тоже никому не мешать, ничего не перегораживать. Все, я на этом закончил. В субботу, судя по всему, поеду на Ладогу. Открытие охоты, северный район. В эту субботу я уже был на охоте в южном районе, в Ломоносовском. Фигня. Одну утку только взял, селезня. Короче, очень плохой был лед. Да и холод собачий вообще, мороз. Я вот не знаю еще, в субботу вообще Ладога... Лед-то вообще как бы уйдет или нет. Потому что до сих пор по Неве лед не идет. По-моему, что до сих пор в Ладоге стоит лед. Так что, если как бы поеду, соответственно, немножко поохочусь и попробую половить уже плотву. Потому что плотва уже должна быть, если льда не будет. Так что разными способами буду пробовать ловить плотву. Так что все, езжайте на дамбу, корюшки много. А я закончил. Всем не хвоста, не чеши и пока.